вечер. Сегодня мы поговорим о великолепном французском беллетристе 18 века, философе, просветителе, энциклопедисте, великом знатоке философии искусства Дени Дидро, французский писатель, о котором мы поведем сегодня речь. Безусловно, один из классиков французской литературы 18 века, родившийся в 1713 году, прошедший очень продолжительную и очень беспокойную и, безусловно, очень творческую жизнь, который, безусловно, был замечен сильными мира сего, как во Франции, так и в ряде других государств мира, действительно обрел мировую славу, конечно, прежде всего, как философ-гуманист, и завершил свой бренный путь в 1784 году после тяжелой болезни, кстати, возвратившись из своего последнего путешествия в Россию. Ну, а теперь обо всем по порядку. Начнем мы с Дени Дидро, писателя. Здесь у нас книга издательства «Эксмо Москва», 2007 год, в серии, которая известна многим нашим читателям. Значит, серия называется «Классика». И в ней опубликованы наиболее крупные произведения прозаические, беллетристические Дени Дидро, «Монахиня», «Жак Фаталист и его хозяин» и «Племянник Рамо». Ну, для того, чтобы представить, насколько плодовит был этот ученый и писатель, этот философ, достаточно сказать, что посмертное издание собрания его сочинений составляло 22 тома. Поэтому вот этот том, который содержит те произведения, которые были распространены и при жизни писателя, и были переведены на иностранные языки, и, конечно, издавались неоднократно после его смерти и в современности, как мы видим, они отражают лишь малую толику того наследия, в том числе литературного наследия, которое оставил Дидро. Эти три произведения, в общем-то, совершенно различны по содержанию, по фабуле, по самому духу, по предмету исследования. Относятся к разным персонажам,
совершенно не связанным друг с другом, к разным эпохам на самом деле. Но все они отражают в определенной степени эволюцию нравов западного общества в том зеркале, через ту призму, через которую его наблюдал философ Дидро. Дидро очень умело соединял беллетристический жанр, в котором он работал, в частности, над этими произведениями, со своими философскими убеждениями. И таким образом через свою прозу знакомил своего читателя со своей морально-этической платформой философской, которая, собственно, базировалась на атеизме и на материализме. Монахиня. Этот роман был посвящен трагической достаточно судьбе женщины, которую насильно постригли, которая пострадала по существу из-за наследства, которое ей должно было достаться, но не досталось именно в силу того, что ближайшие родственники по существу организовали ее заточение в женском монастыре. Героиня Сюзанна, ее имя, пытается противостоять злому року, судьбе, уготованной ей. Она стремится покинуть монастырь, но те люди, которые окружают ее, те, которые ей противостоят во главе с настоятельницей этого монастыря, они всячески препятствуют ей в достижении, обретении свободы. Но в конечном итоге героиня Дидро покидает этот монастырь и становится действительно свободной. Следующее произведение — Жак Фаталист и его хозяин — в некоторой степени напоминает нам о незабываемом путешествии героев Сервантеса, Дон Кихота и Санчо Панса. Жак Фаталист в определенной степени буквально списан с образа Санчо Панса. Он такой же балагур-шутник, вместе с тем наделенный глубокой народной мудростью. Но о хозяине его невозможно, конечно, сказать, что это некая параллель Дон Кихота. Нет, это довольно прагматичный, довольно властный и довольно консервативный представитель правящего класса французского общества, ну, предшествующего, так скажем, возможно, периода века, возможно, 17-го. На это указывают некоторые нюансы этого произведения, который в конечном итоге, как мы увидим, скрывает внутри себя довольно щедрое сердце. Оказывается, что он тоже обладает своей низкой мудростью житейской.
И в конечном итоге все это путешествие заканчивается счастливым концом, при котором Жак Фаталист обретает любовь и семью, а его хозяин, довольный своим верным слугой, благословляет его дальнейшую жизнь, его дальнейшее бытие. Третье произведение рассказывает о диалоге, который ведется в одной из французских кофеен между персонажем, именуемым философом, и персонажем, именуемым племянником Рамо. Этот человек по сути своей приживал, довольно-таки асоциальный тип, который готов унижаться при любых обстоятельствах, лишь бы снискать собственное благополучие. Его философия совершенно обнажена, он сам признает свои пороки, но вместе с тем они оказываются абсолютно неистребимыми, ибо он отражает позицию довольно большого числа представителей довольно молодого поколения Франции того времени. Ему противостоит философ, который призывает его к тому, чтобы сопротивляться жизненным перипетиям, к тому, чтобы бороться за собственное счастье, к тому, чтобы собственное достоинство не было разменной монетой для того, чтобы удовлетворить мелкие прихоти и удовольствия, которые, безусловно, искушают этого молодого человека. Это дидактический роман. Собственно, как в определенной степени дидактические романы «Монахиня» и дидактический роман «Жак Фаталист и его хозяин». Дидактический прежде всего потому, что это одно из направлений, одно из глубоких функциональных начал в творчестве самого Дидро, поскольку на именно этих моментах, на морально-этической доктрине, основанное его мировоззрение материалиста и атеиста, и это мировоззрение, эту собственную мораль он продвигает и в своих литературных опытах. Вместе с тем, Дидро не только философ, не только писатель, не только общественный деятель, но и исследователь художественной культуры, искусства. То есть, как бы мы сегодня, наверное, его определили, в некоторой степени культуролог. В этом смысле нам могут быть интересны книги, которые называются «Салоны». Они были изданы в двух томах издательством «Москва. Искусство» в 1989 году. «Салоны Дидро» чрезвычайно интересный, прежде всего, конечно, литературно-художественный опыт. Вместе с тем, это, безусловно, философский труд, связанный с эстетическими воззрениями
Дени Дидро, связанный с его философией материализма и, безусловно, атеистические произведения. Вместе с тем, это еще и очень хороший искусствоведческий экскурс в художественную культуру Франции 18 века. Все это как бы не случайно, и интерес Дидро к художественному творчеству не случайен. В его окружении есть несколько выдающихся совершенно художников того времени. И более того, посещая салоны и описывая их, то есть это художественные выставки того времени, и описывая их с точки зрения искусствоведческой критики, довольно детальной и подробной, Дидро определенным образом влияет на мировоззрение современников в области художественной культуры. Более того, это его влияние в том числе связано и с тем, что в некоторых, у некоторых представителей сословия коллекционеров, а это, как правило, люди весьма и весьма богатые или представители высшего общества, слагается определенное мнение о достоинствах и недостатках художественной культуры того времени во Франции. Таким образом, Дидро выступает в качестве определенного маркетолога того времени и прививая те или иные отношения вкусовые к тем или иным художественным произведениям, осуществляет продвижение наиболее достойных образцов в отдельные коллекции, которые потом перемещаются и далее. В частности, часть картин коллекции Эрмитажа попали туда не без участия, по крайней мере, субъективного, вот такого выраженного, в салонах участия Дени Дидро. Вместе с тем, надо сказать, что салоны написаны очень остро и язвительно. Порою Дидро не щадит даже близких друзей. И, наверное, общую характеристику содержания многих его критических замечаний в адрес конкретных авторов и конкретных произведений выражены в следующих его словах. Только не давайте читать мои салоны художникам, иначе они разорвут меня, как вакханки Орфея. Наверное, это действительно так, потому что очень злы некоторые комментарии, которые касаются эстетической стороны произведений, ну и также и художественного мастерства этих художников, этих скульпторов, о которых пишет Дени Дидро. Мы, безусловно, наслышаны сегодня уже, даже, знакомясь с курсом истории 18 века, о том влиянии, которое оказывает Дидро не только на общественное мнение Франции, не только на философскую, эстетическую культуру Франции, но и то влияние, которое оказывает в целом
на мировую культуру и на культуру российскую. Здесь чрезвычайно интересен феномен который связан с деятельностью Дидро как энциклопедиста. Занимаясь со своим окружением, великолепным, не менее великолепным, чем сам Дени Дидро, составлением энциклопедии, Дидро снискал себе большую славу среди ряда монархов Европы, и в том числе его почитательницей была великая Екатерина II. Была оживленная переписка между Дидро и Екатериной, которая в конечном итоге привела к тому, что уже пожилой Дидро отправился в гости в Россию к великой императрице. Этому предшествовали определенные благосклонные жесты со стороны Екатерины. В частности, она выкупила библиотеку Дидро и при этом назначила его пожизненным хранителем этой библиотеки и оставила ее в его распоряжении. Таким образом, она не только обогатила впоследствии русскую культуру теми прекрасными собраниями литературными, философскими, иными научными трудами, которые хранились в библиотеке энциклопедиста, но и сделала благосклонный жест в его сторону, в общем-то, обеспечив ему безбедное достаточно существование за счет вот этого вспашествования. Надо сказать, что и Дидро был очень лоялен и очень хорошее отношение испытывал к великой императрице. В частности, именно он порекомендовал ей пригласить великолепного скульптора Фальконе, известного нам всем автора скульптуры Петра I «Медный всадник». И более того, была оживленнейшая переписка между Дидро и Фальконе по поводу концепции самого памятника. И, судя по этой переписке, значительную роль в разработке образа конного всадника Петра I сыграл в том числе и эстетический и художественный опыт Дени Дидро. Встреча была обоюдно радостной. Дидро достаточно долго находился в России. Он имел и многочисленные беседы с императрицей. Он писал ей различные прожекты на тему государственного управления и смягчения нравов в России, то есть руководствуясь своими морально-этическими принципами, предлагал некое переустройство российского общества, которое Екатерина благосклонно принимала. Ну, конечно, никаких подобных изменений не планировала и не совершала. В конечном итоге Дидро простился со своей доброй хозяйкой и вернулся назад во Францию. Тем не менее, он всегда крайне лестно отзывался
о самой императрице и уж, конечно, о России в целом. Он неоднократно писал о том, что чувствует себя русским человеком. И впоследствии многие, писавшие о Дидро, в том числе и русские писатели, в том числе и Толстой, и Достоевский, отмечали, что это был самый русский из всех французов, которых мы себе можем представить. Именно это доброе отношение к России было и осталось таковым до самых последних дней жизни Дидро.